Ребят, всем здорово, с вами я, Ваня, добро пожаловать на мой канал, и в сегодняшнем видеоролике мы будем прокачивать тачку в GTA Online. В одном из предыдущих роликов вы меня просили прокачать автомобиль под названием Шварцер, это что-то по типу Мерседеса в GTA 5 Online. В общем, чуваки, эта тачка реально очень крутая, поэтому давайте зайдем в интернет и, в принципе, ее купим. Кстати, она продается на сайте дешевых машин, что довольно-таки странно, и стоит она, сейчас узнаем... Стоит она, чуваки, 80 тысяч долларов. Кстати, она двухместная, и по характеристикам она довольно-таки мощная. Особенно после тюнинга она будет вообще, наверное, наваливать очень жестко. Давайте закажем ее в белом цвете и, в принципе, поставим вот в этот вот гараж за место вот этой вот тачки. Все, чуваки, заказали, и теперь ожидаем доставки нашего автомобиля. Итак, чуваки, наконец-то механик доставил нам наш автомобиль, и теперь я хочу попросить вас написать в комментариях под этим роликом, какую бы машину вы хотели, чтобы я прокачал в следующем выпуске, потому что идеи реально заканчиваются, и также обязательно ставьте лайк под этим роликом, ну и давайте наберем 300 больших пальцев вверх. Ведь для вас это совсем не трудно, а для меня это очень приятно. Ну и в принципе заезжаем в Los Santos Customs и начинаем прокачку данного автомобиля. Погнали! Итак, броня 100%, 42 тысячи долларов, офигеть. Тормоза, конечно же, самые крутые. Так, бамперы. Опа, вот это вот интересненько. Давайте поставим вот такой вот сплиттер и интеркулер. Смотрится офигенно, чуваки. Так, теперь задний бампер. Кстати, здесь он всего один и стоит 2500 долларов. Добавляется вот такой вот карбоновый сплиттер. И, в принципе, смотрится тоже очень круто. Берем. Так, двигатель, конечно же, самый мощный. Глушитель. Так, вау-вау-вау, полегче, пожалуйста, Мерседесик. Давайте возьмем, наверное, вот такой вот сдвоенный титановый глушитель. Смотрится очень и очень круто. Берем. Так, взрывчатка, брать мы ее не будем. Решетка радиатора, вау, вот это реально очень красиво. Давайте возьмем решетку с логотипом, смотрится очень-очень круто. Капот, так, карбон, вот не знаю, брать карбон или нет, давайте пока что пропустим. Клаксон брать не буду, так, фары ксеноновые, естественно. Неоновые наборы тоже пока что ставить не буду. Так, номера, берем черненькие, конечно же. Так, окраска. Кстати, чуваки, я не знаю, какой я буду ставить цвет на этот автомобиль, поэтому давайте я вернусь к вам тогда, когда уже перекрашу данную тачку. В общем, чуваки, я остановился на каком-то таком простеньком варианте раскраски, потому что я подумал, это ведь Мерс, а Мерс не может выглядеть как-то ярко, то есть не может он выглядеть лаймово, желто, красно, я не знаю. Они выглядят постоянно то ли белые, то ли черные, то ли серые, и мне кажется, именно такое сочетание цветов идеально подходит для Мерседеса. Так, дальше у нас опция каркас безопасности, давайте его купим. Так, отлично, крыша, вот это, чуваки, я, пожалуй, поставлю, это карбоновая крыша, смотрится она очень и очень добротно. Так, пороги, здесь делаем вот такие вот, карбоновые, отлично. Так, ребятки, здесь у нас дальше идет спойлер, и даже не знаю, чуваки, брать ли какой-то спойлер, потому что, в принципе, без спойлера смотрится довольно-таки круто. Ну, давайте возьмем, наверное, вот такой вот небольшой спойлерок. Берем, отлично. Так, подвеска, конечно же, самая последняя. Трансмиссия тоже самая-самая мощная. Турбонаддув. Так, чуваки, берем, конечно же, самый последний, самый мощный за 42,5 тысяч долларов. Колеса. Так, колеса эксклюзивные, хромированные. И давайте посмотрим, что здесь есть. Так, вот эти, в принципе, смотрятся очень-очень круто. Так, что же здесь еще есть интересненького? Угу, давайте зайдем теперь в спорт и посмотрим, что здесь нам предлагает Los Santos Customs. Так, и в принципе, чуваки, даже не знаем, какие колеса бы взять под этот автомобиль. Ага, даже не знаю, ребятки. Так, смотрим, 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 выбираем, потому что все реально очень сложно. Так, чуваки, я остановился на вот этих вот колесах, они стоят 69 тысяч долларов и называется S-Racer. Выглядят очень круто, они у нас, чуваки... хромированные, поэтому перекрасить их нельзя. Так, дизайн шин, конечно же, ставим заказные. Улучшение шин, конечно же, пулестойкие. Дым от покрышек делаем черненький. И теперь, чуваки, мы должны покрасить нашу тонировочку. Делаем самую-самую затемненную. И, в принципе, чуваки, тачка уже выглядит очень круто. А что касается капота, то есть ставить карбон или нет, я лично так и не понял. Мне, в принципе, и так нравится, поэтому давайте оставим так, как есть. И что касается неоновых наборов, давайте посмотрим, как будет смотреться. Ну, на самом деле, чуваки, нет. То есть, вот, смотрите, как смотрится с неоном, и вот как смотрится без него. Лично мне реально больше нравится без неона.
Вот, в принципе, и все. Вот такая вот тачка у нас получилась. Она на самом деле очень мощная и выглядит реально очень брутально. Если вам понравился этот тюнинг, то обязательно ставьте лайк под этим роликом. Ну а мы, чуваки, переходим к какой-нибудь гоночке, потому что я хочу протестировать эту тачку на деле. Погнали. Итак, ребят, я запустил какую-то гоночку от Rockstar Games, и прямо сейчас мы с вами на нашем Мерседесе попытаемся всех выиграть. Кстати, на себя я поставил 10 тысяч долларов, поэтому сейчас будет по-настоящему интересная гонка. 3, 2, 1. Поехали, чуваки. Отлично, делаем буст. На самом деле, как мне кажется, этот автомобиль точно не для гонок. Он для души, чуваки, ну серьезно. Какой дурак будет ездить в гонках на Мерседесе? Ну это как-то несерьезно. Все ездят на Ниссанах, GTR-ах, на Поршах, на вон Астон Мартинах. Но мы не ездим, чуваки, на них. Мы ездим на Мерседесе, и уже начинается полнейший пипец. Машину занесло, и это не очень круто. Но, по крайней мере, мы, чуваки, не последние. Отлично. Сейчас попытаемся всех догнать и, в принципе, вырваться на первую позицию. Боже, как она дрифтует. Пока что, чуваки, на самом деле, с управлением я не сдружился. Но, в принципе, если так ехать по прямой, то у него довольно-таки большая максимальная скорость. И она реально валит. Но вот, что касается поворотов, езды по трубам, это все очень и очень плохо. Посмотрите, как она медленно едет. Ну, серьезно, чуваки. Так, попытаемся сейчас догнать того чувака на Поршике. Отлично, главное, чтобы не занесло. Во-во-во-во-во-во-во, аккуратненько, аккуратненько. Опа, здорово, типок. Спасибо, что мы тебя обогнали. Так, отлично, едем дальше. Уже мы на третьей позиции, что довольно-таки круто. Боже, как ее заносит, вы чувствуете это? Ну, на самом деле, по внешнему виду мне она нравится. Выглядит довольно-таки круто. Ну, а вы что об этом скажете? Так, типок, на Поршике, не подрезай меня. Смотрите, у кометы намного больше, как бы, ускорения. То есть она намного быстрее разгоняется, нежели наш Мерседес. Сорян, тип, я не хотел тебя подрезать, отвечаю, случайно получилось. Так, сколько у нас кругов? У нас два круга, поэтому есть шанс еще вырваться на вторую позицию, я думаю, да, ребят? Так, опа, вот чувак на... Это что у нас? Это Jaguar F-Type, вроде бы из реальной жизни, или как он там называется. В общем, чуваки, не разбираюсь в машинах, но сейчас я попытаюсь его догнать. Так... Типок, иди-ка сюда. Я вот, кстати, не знаю, у него прокачанная машинка или нет. У нас тем временем начался второй круг. И я уже почти что на втором месте. Ай-яй-яй-яй, как она плохо тормозит, ребят. Очень плохо тормозит. Сейчас мы попытаемся его перепрыгнуть. Воу, 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 воу. Короче, чуваки, я сделал себе плохо, нежели ему. Сорян, типок, я не хотел. Ну как, я хотел, конечно. Но это не было так задумано, что я на него ровно так упаду. Так, мы на второй позиции. Первый типок уже вон как далеко, он только что вылетел из трубы, а мы еще в нее даже не заехали. Капец, ребят. Опа, вот это уже хорошо. Наш соперник врезался в стену. И теперь у нас есть, ребят, хороший шанс занять второе место в этой гоночке. Так, а если ошибется тип на первом месте, то мы можем вообще на первом месте приехать. Представьте, как это круто. Так, ребятки, уже скоро кончится гонка, и вот мне интересно, меня кто-нибудь догонит или нет, потому что я уже составил довольно-таки большой отрыв, а именно 13 секунд. Поэтому, я думаю, меня уже никто не догонит. Вот. Отлично, чуваки, продолжаем удерживать вторую позицию. Хорошо, воу-воу-воу-воу, не дрифтуй. Отличненько, вылетаем из трубы, и, в принципе, сейчас уже будет финиш, вроде бы. Так, да, чуваки, сейчас будет финиш, у нас остался один всего лишь поворотик, и мы финишируем. Ребят, что хочу сказать в итоге, машина, я полностью доволен, она, честно вам скажу, не для гонок, она, ребят, для души, и в гараже она будет выглядеть очень и очень брутально. На этом у меня все, если вам понравился этот видеоролик, то обязательно ставьте лайк под этим роликом, и также подписывайтесь на мой паблик ВКонтакте, где я каждый день пощу какие-то интересные новости, мемасики и так далее. В общем, все важные ссылочки на мои соцсети будут в описании под роликом, всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока, ребят, до скорого.